эфире «Сыскное дело» в студии Алина Чемерис. Здравствуйте. Сегодня в программе я и мои коллеги расскажем о резонансных судебных делах, громких арестах, чрезвычайных происшествиях и подведем криминальные итоги недели. В Самаре сгорело заброшенное здание бывшего реального училища. Пожар случился в пятницу. Памятник архитектуры вспыхнул в 3:00 дня. Площадь возгорания, по данным МЧС, составила 120 квадратных метров. Самарское реальное училище было открыто в 1880 году. Именно в нем провозгласили о создании Самарской губернии. Пожар тушили 55 человек и 12 единиц техники. С места событий репортаж Ларисы Шалафаст. Пожар здания начался в районе 3:00 дня. По словам пожарных, в здании много блуждающего огня, который перебрасывается из помещения в помещение, что очень сильно усложняет работу. Клубами густого дыма в считанные минуты затянуло близлежащие кварталы. Местным жителям пришлось выйти из домов. По словам очевидцев, крыша здания вспыхнула как факел. Я спал, и вдруг дым повалил такой черный, едкий. Это не то, что деревяшки горят, а мне кажется, какие-то химреактивы, что-то горит такое. Это медицинское. Проснулся, вот и пришел, посмотрел. Жалко здание, вот, хорошее здание. Это уже не первый пожар в здании бывшего реального училища. Только в октябре 2016 года дом горел дважды. Прошлой осенью инициативные самарцы разместили на фасаде и окнах аншлаги с информацией о выдающихся людях, которые учились в этом учебном заведении. Например, советский писатель Алексей Толстой и единственный в России лауреат Нобелевской премии по химии Николай Семенов. Также именно здесь было объявлено о создании Самарской губернии. Чтобы потушить памятник архитектуры, пожарные задействовали 12 спецмашин и больше 50 человек. Но огонь буквально гулял по крыше, и очаги возгорания появлялись снова и снова. Здание третьей степени огнестойкости очень, как бы, ну, есть сложности в тушении. Но личным составом применяются все меры по тушению данного пожара. То есть у нас достаточно силы средств для данного тушения. Здесь пожарные подразделения будут дежурить до того момента, пока полностью не убедимся, что пожар потушен и нет ни одной искорки. Чтобы полностью потушить пламя, пожарным потребовалось больше 3 часов. Причины возгорания устанавливаются. Ущерб, который нанес очередной пожар памятнику архитектуры, позже установят эксперты. Украли нефть на 150 миллионов рублей. Сотрудники ФСБ задержали банду, которая создавала незаконные врезки на нефтепроводах. Преступники орудовали в Волжском районе области. На нелегальной нефтебазе оперативники обнаружили 5 автоцистерн, в которых хранилось свыше 100 тонн ворованного сырья. По предварительной оценке, за время существования преступного бизнеса было похищено около 7 тысяч тонн черного золота. Его продавали по всей стране. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Шланг высокого давления. Длина этого шланга составляет 1,5 метра. Далее этот шланг накручен на трубу. По внешнему виду труба для наклонного бурения. Дальнейшие действия будем производить по устранению данного незаконного приварного элемента. Установка будет ремонтной конструкции производиться. В 14 миллионов рублей оценили похитители жизнь самарского предпринимателя. Мужчину освободили в ходе совместной спецоперации сотрудники ФСБ, Росгвардии и уголовного розыска. По версии следствия, бандиты схватили бизнесмена у входа в кафе на улице Партизанская. Заложника отвезли в нежилой дом в Красноярском районе области. Там преступники удерживали его несколько дней. За освобождение требовали деньги у родственников. В полицию обратился брат потерпевшего. Дом, где держали мужчину, оперативники взяли под наблюдение. Вскоре выяснилось, похитителей двое. Один из них уже привлекался к уголовной ответственности за кражу. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления уголовного розыска совместно с сотрудниками УФСБ при содействии бойцов СОБР были задержаны двое жителей города Самары, причастные к совершению данного преступления. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 126 Уголовного кодекса Российской Федерации. Жизни и здоровью потерпевшим ничего не угрожает. Продал чужой автомобиль и не отдал его покупателю. Самарские полицейские арестовали мужчину, подозреваемого в мошенничестве и вымогательстве. Задержанному 27 лет. Он гражданин одной из соседних республик. Российской регистрации у него нет. По версии следствия, в начале февраля мужчина продал не принадлежащий ему автомобиль жителю Тольятти. Но, получив деньги 100 тысяч рублей, машину покупателю не отдал. Более того, угрожая предметом, похожим на оружие, злоумышленник потребовал от потерпевшего еще 100 тысяч.
Желаемые деньги вымогатель получил. Сейчас проводится проверка, причастен ли подозреваемый к другим подобным преступлениям. Тех, кто пострадал от рук этого мужчины или знает о совершенных им незаконных действиях, просят обращаться в ближайший отдел полиции или по телефонам, указанным на экране. Сын за мать не отвечает. Кровавая драма стала предметом судебного разбирательства в Самаре. В Кировском районном суде вынесли приговор женщине, которая жестоко расправилась со своим знакомым, а потом попыталась свалить вину на сына-подростка. Почему эта версия показалась следователям с самого начала сомнительной? Наш репортаж из зала суда. Конвой прибывает минута в минуту. Заседание по делу Светланы Евстроповой проходит в закрытом режиме. Женщину обвиняют в убийстве. Все случилось в октябре прошлого года. Евстропова вместе со своим знакомым Лапшиным распивали дома спиртные напитки. Дальше, согласно показаниям свидетелей, она попросила своего товарища уйти. Он отказался, за что и получил 8 ножевых ранений. Женщина попыталась спрятать тело, но смогла лишь дотащить труп до мусоропровода. Услышав странный шум в подъезде, полицию вызвали соседи. Это потом следователи выяснят. Помогать заметать следы преступления женщина заставила собственного сына. А позже горе-мать и вовсе пыталась убедить 15-летнего подростка взять вину на себя. Мотивирует тем, что ему ничего за это не будет, поскольку он несовершеннолетний, а ей грозит достаточно приличный срок тюрьмы. И его из-за этого могут поместить в детский дом, чего мальчик опасался. В этой связи мальчик первоначально давал признательные показания, и Стропова давал на него тоже такие показания. Но эта маловразумительная версия быстро провалилась. Сыщики сразу установили, мальчик ни при чем. Позже Евстропова, которая в 2008 году уже привлекалась к уголовной ответственности, пришла в полицию с повинной. В содеянном раскаялась, вот, попросила снисхождения у суда, так как у нее имеются хронические заболевания. На иждивении находится несовершеннолетний ребенок. По месту жительства участковым она характеризуется удовлетворительно. На учетах в наркологическом диспансере, психоневрологическом диспансере она не состоит. Была проведена по делу экспертиза психиатрическая. У нас Евстропа признана вменяемой. Гособвинение, которое поддержал прокурор Самарской области, просило назначить Евстроповой 9 лет лишения свободы. Суд с этим мнением согласился. И теперь преступница отправится в колонию общего режима. Оперативники ФСБ задержали сотрудника компании «Транснефть Приволга», который требовал от партнеров 1 миллион рублей. За эти деньги он обещал закрыть глаза на то, что организация якобы с нарушением поставляла песок. Но, как оказалось, никого прикрывать подозреваемый не мог и не собирался. Чтобы избежать наказания, он придумал путанную схему и нашел множество посредников, которые даже не знали, что, помогая ему, нарушают закон. Из 5 где-то 9 находились в моем сервисе, когда я закончил с работой, и он попросил отъехать на 5 минут на улицу Авенера, рядом. Попросил забрать деньги у Владимира. То есть не хотел, чтобы он его видел. Но коварный план с треском провалился. Несмотря на предельную, как казалось мошеннику, осторожность, его задержали с поличным. При получении части денег – 600 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. В нарушении закона обвиняют того, кто должен за ним следить. Полицейского подозревают в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в Доме культуры села Обшаровка страж порядка избил 32-летнего мужчину, который мог быть виновен в краже. Таким радикальным методом полицейский попытался добиться того, чтобы подозреваемый признался и в других подобных преступлениях, которых не совершал. По данному факту Богатовским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье 286 Уголовного кодекса. Это превышение должностных полномочий. В понедельник подозреваемый был задержан за совершение преступления. Будет решаться вопрос об избрании в отношении его меры пресечения в виде заключения под стражей. Финляндию со своим самоваром. Самарца задержали на таможне. Антиквариат, предположительно, 1885 года изготовления, находился в чемодане. Как сообщает ведомство, пассажир его не прятал. По словам мужчины, он ничего не знал о правилах вывоза раритетных вещей. Самарская таможня напоминает, что культурные ценности принадлежат обязательному письменному декларированию. Вывозить их для того, чтобы в дальнейшем просто ими пользоваться, можно только при наличии заключения, которое выдает Министерство культуры России. На этом у нас все. Вы смотрели «Сыскное дело». Будьте внимательны и берегите себя. До встречи через неделю.